Поднимите руки. Да, складки есть, но у вас очень мало мышц. На ногах тоже есть обвисшие участки, но вам нужно наращивать и укреплять квадрицепсы. В районе живота тоже есть складки, но больше всего меня беспокоит дефицит мышечной ткани. Коуп, нужно наращивать мышечную массу. Это поможет избавиться от количества отвисшей кожи. Я вижу ребра и жира в коже. Абсолютно нет. Но еще меня беспокоит ее вес. Она находится на грани истощения. Можете одеваться. Мы не можем одобрить вам операцию по удалению кожи, пока вы не наберете 2 килограмма. Раньше у вас было ожирение, а теперь нездоровая худоба. В течение месяца вы должны 3 раза в день питаться продуктами с высоким содержанием белка. Прежде чем мы снова будем обсуждать операцию, вы должны поговорить с психологом. Хорошо. Меня тревожит недовес, Хоуп. Я считаю, что разговор со специалистом поможет ей понять причину, по которой она решила худеть, уже достигнув целевого веса. Если мы не разберемся с психологическими проблемами, операция не пойдет Хоуп на пользу. Да. Вопросы есть? Нет. Ну, тогда увидимся через месяц, посмотрим, как обстоят дела с вашим весом. Хорошо. До свидания.